Владельцы маломерных судов из-за дефицита мест в центре перевозят свое имущество на Улисс и Моргородок. Но большинство из-за дороговизны хранит свои суда на огороде, в гараже, на автостоянке или вот так швартуются возле дома. Проблема отдаленных стоянок – плохие подъездные пути и отсутствие инфраструктуры при немалом ценнике. Из 16 зарегистрированных во Владивостоке стоянок 5 находятся на Моргородке. И только на одной из них есть электроснабжение, причальных мест и вода. Электричество, подведение воды, как бы тяжело все это сейчас. Ведутся различные строительные работы от горводоканала, очистные сооружения. Что, ну, естественно, и дорогостоящее, самое дорогостоящее, наверное, это закупать пирсы, нормальные плав пирсы. То есть вот такие модульные, то есть на них удобно стоять, лодки не бьются, не обиваются. То есть вот это все самое, ну, дорогостоящее. Ну, естественно, территорию как-то отсыпать, дорогу сделать. Вот это, наверное, самое дорогостоящее, что есть. Стоимость услуг на Моргородке в 1,5-2 раза дешевле, чем в центре. 1500 рублей за погонный метр в месяц. Хранение здесь небольшого катера длиной 8 метров обойдется в 12 000 рублей ежемесячно. Если человек нашел деньги на катер, то и на стоянку найдет. Это расчет хозяев аквапарковок. Сейчас на этой стоянке 75 катеров, но за счет установки новых пластиковых понтонов количество мест увеличивается. Владельцы паруса хотели было расширить территорию и перегородили объездную грунтовую дорогу дублера проспекта Столетия. Но сейчас ворота открыты и проезд свободен. Благоустраивать этот берег к саммиту не будут. Вся надежда на то, что город, железная дорога и арендаторы причалов разберутся, кто будет убирать мусор и вообще следить за порядком на прилегающей территории. Владельцы стоянок на Улиссе абсолютно не хотят рассказывать о своих услугах журналистам и не разрешают снимать ни фото, ни видео.